Просыпайтесь каждое утро с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее. Мысли материальны. Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле самые нужные. Когда человек один, он начинает присматриваться к природе и любить ее. Будь самим собой, и ты найдешь того, кто тебя давно ищет. Жизнь постоянно преподает нам те или иные уроки, и пока мы их не усвоим, нам придется возвращаться к ним снова и снова. Человек, переживший многое, никогда не засмеется над чужой бедой и бессилием, потому что знает цену страданиям души. Если жизнь ставит на колени, стоя на коленях, помолись, а потом вставай и иди дальше. Иногда нужно отпускать то, что причиняет нам боль, даже если с этим мы теряем часть своего сердца. Когда жизнь дает тебе сотни причин, чтобы плакать, покажи ей, что у тебя есть тысячи причин, чтобы улыбаться. Доброе утро, мой драгоценный друг!